Всех приветствую, с вами я, Кислый, и вот уже новогоднее наступление 2023, мир танков в нашей игре. Мы будем сегодня смотреть, встречаем Новый год вместе на официальном канале мир танков. Также мое предположение, что у нас будет тоже Арнольд Шварценеггер, потому что в игре World of Tanks, ну как бы уже в европейской, американской игре, там Арнольд Шварценеггер появится, даже в Блице он появится. И кто-то еще один появится, неизвестно кто, остается уже 2 минуты до ролика. И, кстати, я тут в чате видел, типа, если не будет Чефтейна в коробке, то Новый год не удастся. Поэтому, Леста, с тебя Чефтейн. А мы ждем начала ролика. И вот остается 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Новогоднее наступление начинается прямо сейчас. Смотрим ролик. Аж мурашки. Да, пап, и тебя с наступающим, да. Пап, я не приеду. Я пробовал. Я все понимаю, сынок. Извинись перед мамой. Хорошей дороги. Пошел играть в танки. Понятно. Алло, пап, я, к сожалению, не смогу приехать. Ну, понятно, понятно. Увидимся в новом году. Короче, к старикам никто не приедет. Ясненько. Короче, никто не приедет. Будут играть в танки. Грустненько, конечно, грустненько. Такой душевный ролик. Пока что ничего не понятно. Зенит, да? Да, по-моему, Зенит камера. Дед Мороз. Пока что никак не связано с танками. Только картонный танк Т-34, все. Не стоит прощаться. Дела отложив на потом. Так просто остаться. Сейчас будут все рады видеть сына. А, все приехали все-таки. Я точно запустил ролик танков? Просто непонятно. У картаны Т-34. Я увидел коробки. И все. Мир танков. С Новым годом. Мяу! Наша игра патриотичная. Супер. Давайте тогда посмотрим и зарубежный ролик. Все. А что, что пишет? Все? И все, моя игра. Понятненько. Давайте мы посмотрим тогда еще зарубежный ролик с Арнольдом Шварценеггером. Не знаю, будет в этом ролике или нет. Посмотрим.